Я рада приветствовать вас на моем канале. 11 сентября Православная Церковь отмечает усекновение главы Иоанна Предтечи. Это большой церковный праздник, в который происходит очень строгий пост. Приметы на 11 сентября называют главное правило, которое категорически нельзя нарушать, иначе быть страшной беде. Усекновение главы Иоанна Предтечи – это большой праздник, важный для всех христиан, так как сегодня вспоминается мученическая смерть Иоанна Крестителя, которому отсекли голову. По традиции, с утра принято идти в церковь и молиться Иоанну Предтечи. Считается, что молитва к святому обладает чудотворной силой. Также в этот день соблюдается строжайший пост. Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, птицу, яйца и молоко. Более того, сегодня даже нельзя употреблять любые продукты круглой и шаровидной формы, так как они напоминают голову, которую отсекли Иоанну. Например, нельзя есть яблоки, дыни, капусту, свеклу и даже круглый хлеб. Помимо поста еще нельзя проявлять признаки праздной жизни. Нельзя шутить, веселиться, смеяться, петь, плясать, выпивать, гулять, ведь сегодня траурный день. Также приметы на 11 сентября говорят, что сегодня нельзя не только пользоваться острыми предметами, но нельзя вообще брать их в руки. В этот день нужно отказаться от ножа, ножниц, топора, вилок, косы, лопаты и любых других острых предметов. И все, кто нарушит это правило, сильно заболеют. Также сегодня нельзя облачаться в красную одежду или приносить в дом красные цветы. Красный цвет символизирует кровь и может привлечь в жизнь человека несчастья, беды, трагедии и катастрофы. Но есть и хорошие приметы на 11 сентября. Например, считается, что если пойти на утреннюю службу и отстоять ее от начала до конца, то такой человек совсем скоро повстречает человека, предназначенного ему судьбой. А если угостить едой нищих, соседей и просто прохожих, то весь год будет в доме достаток и крепкое здоровье. Согласно приметам, если сегодня полетели лебеди по небу, жди скорого снега. Если скворцы и грачи еще не улетели, бабье лето будет теплым. Приметы на 11 сентября говорят, что сегодня нельзя есть круглые предметы, быть беде. Сегодня нельзя пользоваться острыми предметами. А если облачиться в красную одежду, то трагедия в жизни случится. В этот день считают особый заговор, чтобы снять любую боль. Для этого нужно взять любую веточку, погладить ею болеющее место и сказать такие слова. «Шел сударь брат, за ним его сват, а третий шла сестра. Два тяжелых ведра несла. Сестра запнулась, ведро перевернулось, вода пролилась, а моя боль унялась. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь». Итак, что же категорически нельзя делать 11 сентября в усекновение главы Иоанна Предтечи? Нельзя пользоваться ножом и другими колюще-режущими предметами. Постарайтесь 11 сентября обойтись без ножа, лезвий и всего подобного. Таким образом можно навлечь на себя несчастье, а также высокий риск пораниться. Особенно важно не резать капусту, она ассоциируется с головой. Нельзя в этот день петь, танцевать и веселиться. Считается, что из-за танца Соломеи, падчерицы Ирода, погиб Иоанн Креститель. Поэтому танцевать на усекновение главы – это серьезный грех. Нельзя в этот день работать. Любой вид работы, а особенно уборка, категорически запрещены. Нельзя сегодня рукодельничать. На усекновение главы также нельзя заниматься вышивкой, вязанием, плетением и другими видами рукоделия. Этот вид работы лучше оставить на другой день. Нельзя пересчитывать мелкие деньги. Это может навлечь финансовые проблемы на целый год. Также не стоит давать в долг и решать другие материальные проблемы. Нельзя ссориться. В праздник усекновения главы Иоанна Предтечи запрещены любые ссоры, выяснения отношений и тому подобное. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.